Приветствую вас, друзья. Друзья мои, позавчера, 8 июня 2023 года, я был на юбилейном дне рождения своей любимой учительницы, учительницы ботаники Александры Ивановны Болобиной. Ей позавчера исполнилось, вы не поверите, 95 лет. Мы, там пришло человек 15 из одного из ее выпускных классов. Все уже моего примерно возраста. Мы рассматривали фотографии, вспоминали о тех, кто жив, и тех, кто ушел уже из нашего класса. Мы смотрели на этого прекрасного человека, на Александру Ивановну. Честно говоря, ей сносу нет. А какие песни и как она с нами вместе пела? Великолепные песни. Она знает тысячи песен. И голос какой. И слух. Зрение подкачало, правда. Дай ей Бог многое-многое лето греть нас своим теплом. И я посвящаю ей и прочитал там, за юбилейным столом, вот это свое новое стихотворение, ей посвященное. Дней много промчалось различных, всего и не вспомнить подчас. Я вижу свою ботаничку, притихший входящую класс, с улыбкою светлой и доброй, и с ямочками на щеках, входила походкою бодрой, неся что-то вечно в руках. И мы замирали покорно, и даже Парфенов умолк, но дома глядели мы гордо, в растениях ведая толк. А наш хулиганистый Вовка, да знаете вы, Дубашов, при ней улыбался лишь робко, был самым послушным из вов. И даже Володя Гаврилов, ходивший без шапки в мороз, такие слова говорил ей, что было приятно до слез. Рассоловой Оле гербарий, Романовой Любе цветы, всем классом тогда собирали невиданнейшей красоты. Моя с Дубашовым картошка, что резали мы пополам, такой уродилась хорошей, что стали завидовать нам. Впервые про пестик с тычинкой из ваших узнали мы уст, и в нас зарождались мужчины, а больше сказать не берусь. С тех пор, Александра Ивановна, немерено пройдено лет, но вы, педагог не диванный, вам сносу и старости нет, чтоб вас с юбилеем поздравить, собрались сегодня мы здесь, мы в вашем лице будем славить учителя подвиг и честь. Вам Бог даровал это счастье, прожить для людей целый век. Так выпьем за славный ваш праздник, любимый вы наш человек. Живите же! Многое лето, прощая нам наши грехи, а в дар от простого поэта примите вот эти стихи. Я еще раз, друзья, от имени всех, а их сотни, кого учила, кого выучила, кого сделала настоящими людьми, гражданами своей любимой страны, это удивительная женщина Александра Ивановна Болобина. Я поздравляю ее с этим славным юбилеем. Желаю многое-многое-многое лето. Желаю сил, терпения и всего того, что можно пожелать человеку. Спасибо вам, друзья мои, что вы были с нами, что вы выслушали эти стихи. И я надеюсь, что вы тоже прониклись моим сыновним чувством к этой
женщине, к этому педагогу, к этой нашей общей маме. Пока.